Новый законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений, допускаемых в области рекламы. Предлагается запретить лицам, осуществляющим кино- и видеообслуживание, демонстрировать рекламу после указанного ими начала сеанса. При этом возможности по показу рекламы до этого времени или после фильма ограничивать не планируется. Как показывает практика, демонстрация рекламы после официального времени начала киносеанса занимает нередко до 10-15 минут, констатируют авторы законопроекта. Они считают это злоупотреблением и фактическим обманом потребителя. Текст законопроекта размещен на официальном сайте Госдумы.